Просто сделать, чтобы она разные движения делала. Так, замечательно. А еще как-нибудь можно? Ага. Ага. Все понятно? Так, еще. Так, отлично. Ну, давайте вы. Быстрее. Не бойтесь, она не сломается. Так, отлично. Так, давайте вы. Да, быстрее. Старайтесь что-нибудь сделать, то, что другие до вас еще не делали. Не бойтесь, не бойтесь. Если ее не рвать, то все будет нормально. Спасибо. Отлично, спасибо. Давайте положите. Подходите теперь к той штуке. Да, положите собачку. Да. Так, да. Только, пожалуйста, не надо с собой закрывать. Надо и сдвинуться. И отпустить. Да. Только чуть-чуть. Не сильно. Смысл понятен? Да. Замечательно. На бис. Да. Отлично. А теперь интересная штука. А теперь, когда она дошла вниз, только, Коль, давай ты это покажи, надо перевернуть, и чтобы она пошла назад. Да, я знаю, что для этого нужна. Сможешь ее поставить, не сломав ничего, не разбив? Давай. Так. Коль, надо так, чтобы было видно, то есть... Ну, можешь зайти с той стороны стола. Значит, ребята, цель игрушки, чтобы эта штука ходила бы, что называется, бесконечно. То есть, сумел отткнуть? Так, замечательно. Да, теперь... Ну, это было зря. Да, надо было как-то... Нет, тут самое интересное... Всегда имейте с собой страховку. Да. Тишину, пожалуйста. Это нормально. Вот не получилось. Сейчас. Да. Так, еще пару раз сделай.
Нет, не так просто, на самом деле тут изловчиться надо. Так. Вы все время пытаетесь, чтобы голову кто-то сам поедет? Перевернитесь и поставьте голову. Это будет безопасно. Ничего, ничего, ничего. Вообще сейчас получилось. Получилось. Нормально, нормально. Отлично. Так, давай. Да-да-да.